Из-за сильного ветра и низкой температуры несколько прибрежных районов озера Эри в Гамбурге, штат Нью-Йорк, полностью покрылись льдом. Резкое похолодание и метель в выходные с заморозками и порывами ветра заморозили область. Шокирующие фотографии показывают, что некоторые дома полностью обледенели, заставляя жителей прорубать выход, чтобы выбраться наружу. Толщина льда на их домах составляла от 1 до 3 дюймов. Это уже шестой шторм за несколько месяцев, который обрушился на область, и жители требуют, чтобы чиновники пляжа Гувера построили волнолом, который защитит их имущество от дальнейшего ущерба.